Смотр-конкурс «В строю едином» проходит в третьей школе уже второй год. Он проходит 2 дня, и в этом году в нем приняли участие 14 команд. Школьники показали свое умение маршировать и ходить строевым шагом, а также выполнять команды командира. Военную выправку и навыки участников оценивали настоящие военные. В России профессия военного всегда считалась почетной. Поэтому во все времена подростки хотели быть похожими на настоящих солдат. Раньше в школах подобные праздники были традицией. И коллектив третьей школы решил ее возродить. Мы так решили, что это будет замечательная традиция в такой день, как День защитника Отечества. И ребятам нужно было подготовить ряд войск, девиз, эмблему, песня и, естественно, строевая подготовка. Это очень важно. С азартом, с интересом. Всем очень понравилось. Пригодится ли этот урок в будущем участникам смотра или нет, пока предсказывать рано. Но то, что каждый из них почувствовал себя настоящим солдатом и гордился этим, можно сказать с полной уверенностью. Компетентное жюри определило наиболее подготовленных. Лучшие были отмечены призовыми местами, а все остальные команды за участие получили почетные грамоты.